что ж, первые две части были сделаны. Это первая часть была пики копья, которую я делал. Вторая часть все-таки это была, на которую я перешел, это была бердышин. И третья часть сейчас заключается в том, чтобы сделать две натруски. Либо по-другому называется пороховницу. Одну я буду делать натруску из вот этого рога, вторую буду делать деревянную, типа рожкового, либо, не знаю, может круглую, как пойдет. Все зависит от времени, время остается очень мало. Мне еще за это время надо успеть сделать клевец и макет мушкета. То есть он стрелять не будет, просто макет будет висеть на стене красиво. Остается у меня где-то примерно около 20 дней. Сейчас я приступаю, значит, к изготовлению пороховницы. То есть я буду отпиливать рог здесь, здесь. Потом делать жопку такую. Немножко его полирну. Вот, чтобы он был гладенький. Вкручу здесь и здесь. И ремешок вот так будет висеть. Будет добавляться. Ну, это вы увидите дальше. Смотрите.
что бы еще хотелось бы добавить по поводу этого ролика, значит, что скажу. Мушкет я не буду показывать, как я изготавливаю, по причине того, что в ходе последних событий по оружию это как бы инструкция, и многие могут расценить не так, как надо. У нас всегда действовали двойные стандарты, и поэтому для одних это просто мушкет, просто, как говорится, муляж, который можно повесить, а для других это будет расцениваться как изготовление огнестрельного оружия. Так что его показывать я не буду. А по натрускам что хочу добавить? В принципе, круглую натруску делать такую же абсолютно, как у меня был уже ролик, я не вижу смысла показывать. То есть в тончайших подробностях и деталях у меня есть отдельный ролик по этому поводу. Ну а натруска из рога, она, соответственно, будет уже сделана. В принципе, у нее технология несложная, но она будет сделана как вот обычная натруска, без всяких там этих супер наворотов всевозможных. Все остальное в ролике увидите. Да, может быть, не все будет до конца понятно, но некоторые моменты вы можете посмотреть в моих прошлых видео. Так что всем спасибо и пока.